День семейного общения – это еще один повод сказать близким слова любви. Ежегодно этот праздник отмечают жители Ульяновской области дома или на улицах города. Ульяновцев объединяет в этот день чувство тепла, доброты и гармонии. На праздничной программе собрались семьи со всех районов города и дали старт ежегодной акции «Спасибо за жизнь». Акция «Спасибо за жизнь» – это целый комплекс мероприятий и проектов, которые будут проводиться в течение всего года. Основная цель – всесторонняя поддержка и помощь семьям, женщинам и детям. Особенность акции в том, что в ней может принять участие каждая семья и особенно семьи с детьми. Благодаря акции семьи смогут воспользоваться психологической помощью, узнать о мерах социальной поддержки или нужных документов для их оформления. Все будет в одном приложении. Обязательно до конца этого года доработаем наше мобильное приложение соцгарантии 73, чтобы наши семьи знали о тех мерах поддержки, на которые они могут претендовать. То есть они заходят в своеобразный калькулятор, забивают параметры своей семьи, им, как говорится, даются те направления, по которым они могут получить меры социальной поддержки, в том числе сразу автоматически перейдя на сайт госуслуги. Также в регионе работают над созданием многофункциональной телефонной линии «Женский помощник», куда женщины и семьи с детьми могут обратиться за психологической помощью или консультацией. В праздничный день губернатор наградил многодетных, семей юбиляров и трудовые династии. Также любой желающий мог купить оберег для долгой и счастливой семейной жизни, попробовать свадебный каравай или рассказать о своих семейных традициях. У каждой семьи должны быть свои традиции, свои ценности. А самые главные традиции, как мы понимаем и знаем, является это семейное чаепитие. И я от всей души желаю, чтобы вот сегодня семьи города Ульяновска, Ульяновской области собрались за одним таким семейным столом, попили чаю, поговорили о своих, может быть, даже проблемах, о своих историях, потому что вот именно за таким чаепитием и складывается очень многое. Сегодня в регионе проживает более 154 тысяч семей. На празднике за заслуги в укреплении семейных отношений знаком губернатора «Семья, любовь, верность» были награждены Юрий и Валентина Павловы из Радищевского района. Они живут вместе более 50 лет. История семьи авиастроителей Светланы и Павла Гасниковых вошли в книгу «Жизнь замечательных семей», за что также наградили памятным подарком. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Управда ТВ.